Привет, друзья, с вами Оксана. Как всегда, планируем неделю вместе. Но, к сожалению, у меня сегодня уже 24-е вторник, соответственно, в общем, да, уже и не начало недели. Но, тем не менее, это моя предыдущая неделя, как она стала выглядеть. Очень-очень-очень мне нравится, как она выглядит. В общем, такая вся позитивная, скажем так. То, что вот эти вот здесь заполнены клеточки, в общем, это совершенно не мешало на них писать. И все, в общем-то, читаем, и не знаю, насколько это видно на камеру, скорее всего, нет, не видно. Но вот в жизни все это, в принципе, ну, как бы, особо не мешает, можно прочитать все, что написано. Поэтому, конечно же, буду такие наборчики брать на вооружение в будущем. На этой неделе никакого набора не будет. Я надеюсь, что будет готов на наборчик к следующей неделе. Ну и, соответственно, как после такой недели планировать простую неделю, так скажем, без набора? Я пока что в сомнениях, скажем так. Я, как уже на прошлой неделе сказала, что хочется мне внести какие-то изменения в свою неделю. В общем, попробуем сделать это сегодня, то есть продолжить вносить эти изменения постепенно-постепенно. Я думаю, что как-то все это трансформируется и преобразится, и получится что-то новенькое. Я думаю, что я на этой неделе внесу, вот, ну как это, возьму, доиспользую вот эти вот остатки с прошлой недели, по крайней мере, вот эти полуклеточки, скажем так, вот эти вот чекбоксики, чек-листы. В общем, на это буду ориентироваться, на эту цветовую гамму, но, в принципе, вот как бы эти заголовки с этими, эти чек-листы с этими заголовками, в принципе, вполне сочетаются, поэтому их оставлю так, как есть. Приступим. Thank you.
готова моя неделя. Получилась она очень даже симпатичная, несмотря на то, что, в общем, конкуренция была большая, скажем так. Я единственное, вот вне камеры добавила таких сердечек. Вот из такого обычного набора, который, в общем-то, все знают и любят. Просто чтобы уравновесить вот этот вот синий цвет. Вот эти вот наклеечки, это будут в новом запуске, скажем так, наклейка. Это буду представлять новинки. Единственное, что по ширине мне получилось сделать только по 6 штук, вот, то есть, чтобы на ширину страницы. Ну, в общем, как есть, так есть, ничего с этим мне не поделать. Поэтому мне, я вот тут сделала такой замес из красных и синих. И этот синий немножечко вот разбавил вот такими сердечками, чтобы, ну, как-то не совсем они тут выбивались из общей тенденции. По сути, из этого набора вот влюбленные птички осталось вообще просто минимально наклеек. 2 листа полностью были израсходованы. Эти тоже практически израсходованы полностью. Тут половиночка, ой, как половиночка, полуклеточка, скажем так, всего лишь одна. Здесь 2 полных клеточки. Ну и здесь вот комплект чек-листов и одна наклеечка. Вот позвонить кому-то, допустим, сделать заметочку себе. А так полностью все у меня ушло. И, в общем-то, вот оно как есть. В перспективе хочу, конечно, чтобы на каждом вот этом, как его, флажочке у меня появилась все-таки в дальнейшем возможность наклеивать какие-то наклейки. Сейчас пока что лак. И вот такая уточка, это тоже будет из новинок. А тут пока что вот, ну, просто обозначила этим линером. То есть буду над этим еще работать. Боковую сторону не могла, не удержалась, просто все равно заполнила, просто потому что была такая возможность. Возможно, чем чаще я их буду заполнять, тем быстрее я начну ее каким-то образом применять, кто его знает. В общем и целом, мне нравится, как получилось. Здесь, в этих клеточках, я опять буду писать такой, типа, как девиз дня, скажем так. Что-то в этом роде. В общем, найду, как ее применить обязательно. Я надеюсь, что вам понравилось также. Не забывайте поставить лайки, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс. Пишите свои комментарии. Но увидимся совсем скоро. Пока-пока!